большой бизнес, но и про маленький в том числе. Ольга Килина, мой следующий гость. Ольга, рубрика «Традиционный вопрос». Настроение как ваше? Отличное. Рассказывайте, я знаю, что вы являетесь владельцем своего собственного магазина. Чем занимается магазин? Мы продаем спортивные товары. Это обувь, одежда, направленная на футбол. Обувь, одежда. Различные гимнастика, спортивные, да, направления. Да. Гимнастика, плавание затрагиваем. Развиваемся в этом узкоспециализированном направлении. Направление действительно узкоспециализированное, но что привело вас сегодня сюда? На мероприятие, посвященное ритейлу, которое организовано порталом retail.ru. Чтобы узнать много нового для себя, того, чего не знаю, негде это почерпнуть. Это развитие сети магазинов. 1С в этом помощник, грамотные специалисты развивают, помогают в этом. Оптимизируют все процессы. Да. Да. Расскажите вообще, как вот с доступом к информации, к полезной, к нужной в регионах дело обстоит? Плохо. Плохо? А как узнали вообще про сегодняшнее мероприятие? Из интернет. И я приехали? Подписана на 1С, деловая среда, и все это вместе, как бы они в совокупности работают, и оттуда эта информация я получила. Полдня деловой части уже прошли. Вы для себя что-то, хозяйкин заметку, уже сохранили себе к тому, что обязательно необходимо эту инициативу, допустим, внедрить в своем бизнесе? Да. Много тонкостей, хитростей, которые я здесь услышала. Я для себя уже это в голове отложила. Собираюсь это применить. Не останавливаться на одном магазине, открывать сеть магазинов. Главное... Но будете выходить за пределы региона? Да, задумываюсь об этом. Ну, то есть, потому что если у нас, грубо говоря, там определенное количество людей в регионе, то мы там открываем не только во Владимирской области, но и в Тверской, а потом и в Пензенской, а потом в Ярославской, Нижегородской и так далее по списку, да? Ну да, как бы так. Ну мы же с вами здесь для этого, для того, чтобы правильно масштабировать, преодолевать эти точки роста. Да, потому что один магазин в одном регионе – это слабенько. Это неплохой старт, если вы начали в регионе. Начала, да. Если вы начали в регионе и пользуетесь успехом и популярностью, то я думаю, что это отличный стимул для того, чтобы развиваться до большой сети спортивных товаров и магазинов. Сколько магазинов в идеале хотели бы открыть? Ну, как минимум 5, не меньше. 5, не меньше, план амбициозный, желаю вам 10, не меньше. А retail.ru, в свою очередь, будет вам помогать. Да, это было бы замечательно, если бы вы нас не оставляли. Мы вас не оставим. Пишите письмо Дедушке Морозу с подписью retail.ru. Помоги нам открыть 10 магазинов. Ну а мы уж всеми навыками, знаниями, умениями, профессионализмом, экспертизой с вами с большим удовольствием поделимся. Специалистов как раз-таки и не хватает. Не знаешь, где их взять и куда пойти. Вот у нас здесь этого добра навалом. Да. Приходите к нам. Желаем вам успешного развития бизнеса. И пусть действительно сеть будет большой, успешной и привлекательный для покупателей. Спасибо большое. Спасибо за это мероприятие, которое вы делаете. Спасибо. Во благо людям.